век интернетный скачущим галопом. Изобретания вчерашние, увы, уже отстали. Прогресс успел авансом чудо слопать, перемешал на кухнях в наших спальнях. И нужно быть профессиональным, опережать этот темп намного. В пророчества библейские вникаем, в стихи и главы вовсе не наскоком. Духовно мыслящие трезво рассуждают, что все предсказано нам свыше изначально. Мир катастрофе тянется жидами, и к храму третьему с нарывами причалит. Готовый чип 666, такой малюсенький незримый бугорок, на руку правую, на лоб с надрывом тест, как мало тех, кто встанет поперек. Настрой сегодняшний разжиженных сердец на сопротивление и грехи сведет под корень. Устой моральный рухнул, только треск, до горизонта чернота и непроглядно горе. Мне душу собственную важно сохранить, не проклинать кого-то и плакать о себе. Не в окружную цель, а только напрямик. За все Христу свой гимн воспеть. Изобретениями пользуюсь в достатке. Компьютер мой завис на общей пользе. Возможности мои усилий многократны. Учиться доброму и в старости не поздно. Событий будущих лишь сполохи за тучи, и ветер рвет, меняя направление. Мы о последствиях давно усердно учим, общипанным от праведности щит прилепит. В зените ночь подход ищу к отходу, шагаю вспять к Давыдовым псалмам, шажки по четкам крупному подводят, настройки чуждые с усердием ломать. 8 февраля 2009 года.